Всем привет! В этот раз мы решили пофантазировать и подумать, какой же телефон мог бы быть у одного из создателей лампы накаливания, Томаса Эдисона. Уверен, ему бы понравилось. На создание проекта ушло 3000 гривен и 3 дня работы. Оцените наш труд лайком, а мы начинаем. Мы нашли старый телефон, которым пользовались еще 15 лет назад. И взяли из него несколько деталей. А именно циферблат, звонок, крепление для них, а также трубка с проводом. А у вас был такой и знаете, как им пользоваться? Поделитесь в комментариях. Корпус и все остальное нам не нужно. Убираем в сторону. С прошлых проектов у нас остался брус, который подравниваем. И отрезаем часть, куда будут крепиться циферблат и звонок. А вторая, большая часть, будет для остальных деталей. Соединяем доску с башней и подставкой конферматами. Затем прикручиваем циферблат и декоративный элемент. Это нужно для понимания, как обрабатывать дерево дальше, чтобы все стало на свои места. Берем брусок, и нам нужно вырезать форму в этой части, чтобы она огибала конструкцию. Стамеской делаем углубление. Еще немного. И спустя 2 часа все готово. Вырезаем место для трубки. И продолжаем придавать форму.
отрезаем лишнюю часть. Разъединяем все детали. Сначала покрываем грунтовкой, а после высыхания окончательно красим в ярко-красный цвет. В качестве дополнительного элемента используем запчасть от автомобиля, с которой повторяем процесс покраски. Пока ждем высыхания деталей, займемся основой для телефона. Заранее делаем два отверстия для ламп. Для проявления структуры и цвета дерева обжигаем горелкой. Осталось покрыть лаком для защиты от излишней сырости или сухости.
Просто посмотрите, как преобразилась структура дерева. Пока лак высыхает, займемся сборкой конструкции из труб. Они будут креплением для ламп. Поэтому заранее продеваем провод через трубы по мере их сборки. В некоторых местах трубы направлены не в ту сторону, в которую нам нужно. Поэтому используем паклю. Она даст меньше пространства для прокручивания, и трубы станут плотно в нужном положении. А остатки обжигаем. И прикручиваем патрон. Осталось покрыть грунтовкой и покрасить в черный матовый цвет. Пока ждем высыхания всех деталей, сделаем спираль, которая будет вокруг лампы. Мы использовали медную трубку. Накручиваем вокруг трубы, и вот что у нас получилось. Убираем клейкую ленту. И теперь у нас все готово для сборки телефона Эдисона. Также мы купили вот такие манометры. Они идеально подошли для нашего стимпанк стиля. Патинируем трубы с помощью металлизированной краски цветом античное золото.
Берем лампы и пропускаем снизу через отверстие прямо в цоколь. Теперь все готово. Осталось включить в розетку и наслаждаться результатом.